В Махачкале прошла донорская акция. Передвижная станция переливания расположилась у Дома дружбы. Сдать кровь, несмотря на прохладную погоду, пришли сотни людей. А на базе городской больницы номер 1 провели семинар. Присутствовали терапевты, инфекционисты и педиатры. Говорили о значении вакцин. Обо всем подробнее Имара Гаджимиева. Ежегодно 20 апреля в России один из важных социальных праздников – Национальный день донора. Этот день посвящен в первую очередь самим донорам, людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. А в рамках Дня донора и весенней недели добра. Настроение замечательное, тем более я сегодня впервые сдаю. До сих пор я не могла сдать по состоянию здоровья, как бы. А сегодня впервые состояние замечательное, так что, ребята, проходите, ребята, девчата. Проходите, помогите, сделайте полезное. Это и для здоровья хорошо, и полезно. Мы можем помочь людям. Разве плохо в этом? Передвижная станция переливания крови расположилась у Дома дружбы. В масштабной акции, несмотря на прохладную погоду, приняли участие около 100 человек. Кровь сдавали прохожие, работники госучреждений и ведомств, студенты. Для начала мы должны исключить такие факторы, что у донора, кто пришел сегодня нам сдавать, что нету головных болей, что он абсолютно здоровый, себя чувствует хорошо. И с абсолютными противопоказаниями это люди, у которых были травмы какие-то, которые перенесли операцию, которые имеют болезни, ну, несовместимые для сдачи крови. После процедуры все участники акции могли согреться чаем и шоколадкой, а доноры получали в подарок шарфы, футболки и значки акции. Сегодня собрались здесь ребята из вузов, СУЗов и общественность, ребята из города Махачкалы, также в республике. Сегодня проходят и в городах Дербента, Хасавюрта такие же подобные акции. С утра привлечь удалось нам более, наверное, 120 человек. Ну, как вы видите, сейчас большая очередь. Надеюсь, что сегодня очень много ребят сдадут кровь. Помимо этого, в апреле Россия принимает участие в проведении 10-й Европейской недели иммунизации. Приуроченные мероприятия проходят под лозунгом «Ликвидировать пробелы в иммунизации». Специалисты утверждают, статистика как никогда бьет рекорды. На базе городской больницы номер 1 провели семинар, где обсудили проблемы невакцинации, преимущественно детей, а также их непоправимые последствия. В конференц-зале присутствовали терапевты, инфекционисты и педиатры. Максимальный охват иммунизации и устранение на больших территориях очагов инфекции и самой возможности возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Все-таки прививать надо детей. Это в интересах ваших детей. Каждый ребенок имеет право на здоровье. И отказывая ребенку в иммунизации, вы берете на себя колоссальную ответственность за возможные неприятные последствия в будущем. Быть здоровым означает всегда быть на виду врачей. Оба мероприятия дают возможность задуматься о своем здоровье и близких тебе людей. Становитесь донором! Имара Гаджимиева, Ибрагим Магомедов, Заур Магомедов. Время новостей.